наше дело было успешно, да? Мы взорвали компанию Грантма. Теперь наша компания самая просто, просто самая популярная за такое огромное, за такое огромное дело. Теперь нам надо как-то уйти из страны, потому что у нас есть просто полицейские, и этот Рауф Садыхов нас поймает и просто в тюрьму засунет. У меня есть один знакомый, его зовут Матпех, он может нас отнести. Его зовут Матпех или он Матпех? Он Матпех. Так бы сказал, хорошо. О, тогда нам надо уже уходить, да? Да. Ты видишь это? Стойте, не двигайтесь! Это полковник Рауф Садыхов. Вы сделали огромное преступление, и вы будете наказаны 5 лет в тюрьмы. Сдавайтесь сейчас, либо вам мне нужно применить ужасные меры. Ты. Ну, Саша, бежим! Стойте! 5 дней назад. Отпустите меня! Не отпустите! Компания Grand Mart еще не закончена! Конечно. Человек, ну, если честно, младший, по мату. Ты себе никуда не бежишь. Я тебе еще отомщу. Давай, иди. Ты что, мои очки отобрал? Ты что, мои очки отобрал? Давай, пошел. Что я хочу? Ну, что, как дела? Всем привет. Ну, успешно выбрались. Я сейчас глава. Комната. Этого. Острого кулака. Ой, я уже давно встал. Проверь его. Опустился. Отдай! Ты! Отдай тебе! Так ты уже встал? Ай, ты не встал! Опа! Вот так. Ой. Наконец-то я могу выбраться отсюда. Только ключа нету. Ой, телефон. Алло. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Это Юсеф Муфе? Да. Вы сейчас находитесь на территории острова Кулака? Ну. Значит, слушайте так. Вам надо будет убить 10 участников острова Кулака, потому что если вы их убьете, то вы получите огромную награду. Но я уже 2 их заложил. Ну, тогда у вас осталось 8. Хорошо. И плюс вам придет одно сообщение в телефон. Прочтите его, пожалуйста, это вам будет полезно. Хорошо, давайте. До свидания. Теперь... Так. Ладно, открою-ка ее два. Вот так. Так, что-то мне на телефон пришло. Так. Компания Grand Mart, всем знающий продуктовый магазин, была скрыта как огромная компания, которая хотела запустить ядерную бомбу на все страны. Но, к счастью, они были уничтожены компанией ETL и те, которые жили в компании Grand Mart. Были задержаны также участники ETL. Я даже не знаю, кто это. Тоже разыскиваясь юста за такое огромное уничтожение. Если вы найдете главу острова Кулака или же его помощника Зейда, который наполовину робот, наполовину мутант, и наполовину человек. Срочно что сделаете? Не вижу. Сообщите в 911, как же участники компании ЕАТО успели сбежать в Соединенные Штаты Америки. Потому что полиция закрыла на это дело. Также офицер-полковник Рауф Садыхов был награжден медалью за нахождение компании Grand Mart. Также вместе с его другом Садим Фе, это я, который занимается боевым искусством, нам поступила новая информация, что 15 участников Grand Mart сбежали из тюрьмы. Их цель была убить Садим Фе, который перебил 30 охранников Grand Mart. Также ЕРТЛ, который разыскивается. Вообще-то я убил 32 уже. Разыскивается. За убийство 30 охранников. Эксперты всячески советуют вам не выходить из дома и
охранять за окнами и дверями. Удачи вам. Так, окей, я прочитал это и... Не понимаю, что это за текст. Так... Давай, стреляй! Yes! You're creepy! Давай, давай! Yes, yes, go, 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 go! Come here! Say hello to the bad cop. Вот так. Так, а это дробовик, да? Его я заберу. Сейчас, почему они говорят на английском? Say hello to my little friend. Окей. Так, с двумя американцами закончено. Так что... ну, не знаю даже, что делать. Ну, просто прогуляюсь тут. Ну, и... А сейчас... Что ты наделал? Сейчас я тебя просто стрельну. Давай. И все. Что? Патронов нет? Нет! Давай, давай, иди сюда! Сейчас, подожди. Плохой человек. Я включу фонарик, чтобы тебя просто избить. Так, сломай тебе руку, как просто. Иди, иди, иди. Нет. Я тебя просто иди, 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 иди. Вот так. Так, так. А сейчас я тебе сделаю... Решающий. Сейчас будет удушающий. Пусть Аллах простит твои грехи. Так. Ой, да, сейчас они еще придут. Да, я прав. Давай, прикончи его. Тебе тоже. Сейчас я тебе сделаю вертушку. Так. Сделаю тебе тоже. Блин. Я еще жив. Давай. Что ты сделаешь? Так, сейчас, сейчас. Вот так, ты тоже умер, и ты умер. Очень хорошо. Получи я хороший свой приз. Я получу большой приз. Нет! Ай, моя рука! Сейчас я тебе дам такой хороший. На! На, на, на! Что? Что хочешь? Я не могу это снять, этот сенсор. Только я могу его снять, там кепку, но... Наверное, я совсем покончил. Ты реально да. Меня не заметил? Что? Ой! Давай, ложись, да! Все, ты упал, да? Ты упал? Наверное, себе этого не хватит. Как я старался над этим. Так, ну себе теперь нужно, так сказать, задушить. Вот так, баю, баюшки, баю. Я ложусь и на краю, а ты не на краю. Так что давай. По-моему, у меня остался последний охранник. Наверное. Ну да, по-моему, так. Ты. Опять. Ты убил всех. Стреляй! Ты убил всех. Мне все равно, стреляй. Я уже... Я этим позову. Да!
Ава! Не попал! Ава! А ну бля! Най! На тебя перка! Давай, иди, 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 иди! Что ты мне идешь? Что? Ты где? Окей, сейчас будет тебе такое. Давай, давай. Да? Это что такое? Уже, наверное, кончено все. Сейчас покажу. Так, ну ладно. Что? Это человек, да? Отдай дробовик! Эй, ты! Не помнишь меня? Но... Ты тоже! Система! 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 А, пистолет! Честный бой! Ты знаешь, что такое честный бой? Система! Ай! Система даже лучше тебя видел! Нет! Сейчас будет удар хороший. Сейчас будет легендарный Сазем Фэ. Жди! Я устал как! Ой, как ты сломал мне очки! Ты сломал мои очки! Но? Ты заплачешь за это! Система! Сейчас будет настоящий Mortal Kombat! Ой! Ой! Я не могу. Уже в таких двоих. Нужно их двоих. Тебе надо в спячку уложить. Там дым! Дым! Хорошо, что у меня есть сила в ногах! Пора вас прикончить. Так, пока ты в отключке, вырву себе щит. Хотя нет, я по-другому сделала. Сейчас вы все увидите. Сейчас я вам покажу. Что, что они делают? Отправляйтесь домой. Так. Сейчас с вами будет очень себя отвели. Готовочки мои. Ребятки, я на двоих побил. Призму.
на скорости. Так, двоих уложил. Кто-то, назвай свое имя. Я. Назвай свое имя. Я. Назвай свое человек, имя. Которого ты боишься. Назвай, я боюсь другого. Глава. Острова. Кулака. Ты убил всех. Всех, кто был всех. Всех. Этого мутанта. Нашего генерала, генерал Зайна. Всех от нами. Ты всех привел. Но мне ты не сможешь купить. Потому что Ева основала компанию Кратмар. Ева! Он не хотел уничтожить весь мир. Поэтому ты будешь мертв! Слушай, ты так долго говоришь, что я пока что не заснула. Хорошо. А теперь я. Ты мой самый, вот такой прям не могу его назвать, супер плохой дурак. Не могу его такого назвать. Вот эти мучительные боли. Давай выплёвывай свою кровь. И давай ещё раз. Давай. Это тебе нравится, да? Да. Я слышу, да. И сюда. Сейчас я подкачаю ногу. Убрал свои руки быстро. Убрал. Даже ты не понялся такого удара. Да. За что? Так положи скорее сюда руки и руку твою. Так, и душить тебя буду почему. Две боли сразу. Все, твоя рука, как она, так сказать. Сейчас будет тебя мучить сильно. Так. Вот так, да. Вот так. Ты еще не умер? Так, поверну-ка я ноги. Давай, вздыхай. Ты очень плохой человек, ты очень много людей убивал. Тебе нужно уже казнь. Давай.
умираю. Все. Так. Наконец-то я с ним справился. Просто наконец-то! Наконец-то, да. Могу наконец-то отсюда выйти. Давай, 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 открывайся, открывайся. Да. Что, кто это? Кто ты? Блин, блин, я не могу. Света нет. Так. Так. И... Конец.